Меры поддержки бизнеса в Чувашии обозначат в отдельном указе. Об этом сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев сообщил на заседании Кабинета министров. Уже дал соответствующее поручение подготовить соответствующий указ главы Чувашской республики о мерах поддержки бизнеса, прежде всего малого и среднего, где предлагаю как раз озвучить те направления, которые мы будем реализовывать конкретно. На прошлой неделе был утвержден комплексный план по обеспечению устойчивости экономики и социальной стабильности, но указом предлагаю уже закрепить конкретные меры, которые мы будем реализовывать с вами в ближайшее время в виде конкретных уже нормативных актов Чувашской Республики и закреплять конкретные меры поддержки, в том числе в части налогообложения.